Во исполнение поручения президента Республики Беларусь, правительства, у нас проходит отработка ресурсного обеспечения при переходе с мирного на военный уровень. В ходе наших учений мы стараемся реалистично подойти к отработке. Рассматриваются практически все районные службы, которые будут обеспечивать безопасную жизнедеятельность людей. В ходе тренировки, которая будет и продолжаться завтра, практическая часть, самое главное внимание обращается на правильность отработки деятельности, реалистичность. И те моменты, которые надо дошлифовать, мы обращаем внимание, чтобы ничего не скрывалось. Уверен, что данная тренировка позволит отшлифовать возникающие вопросы и обеспечить, самое главное, безопасность наших граждан.